Сегодня в Донбассе сложнейшая ситуация. В Донбассе поселился страх. Люди закрывают магазины, закрывают офисы, уезжают из города. На улицах стреляют и убивают людей. И это огромная беда для нашего края. Мы живем в беде. А я хочу, чтобы Донбасс и каждый житель нашего региона был счастливым. А вот что такое счастье, Давайте порассуждаем. Я думаю, счастье это тогда, когда мир над головой. Счастье это тогда, когда на душе спокойно. Счастье это тогда, когда сильная экономика, создаются новые рабочие места, люди имеют достойную работу, достойную зарплату и достойную жизнь. Счастье ⁇ это тогда, когда нас уважают. Уважают нашу историю, уважают нашу память, уважают наш язык, уважают наши праздники, уважают наши традиции и уважают наши амбиции. Наши амбиции на лучшую жизнь. Как мы этого можем добиться? На мой взгляд, есть четыре сценария. Сценарий номер один. Остается все как есть. Вся власть в Киеве, а регионы развиваются по остаточному принципу. Этот путь и жил себя. Он не имеет права на будущее. И в этом я глубоко убежден. Сценарий номер два. Донецкая Народная Республика. Ее никто в мире не признает. А структура нашей экономики ⁇ это угольная промышленность, это металлургия, это энергетика, это машиностроение, это химическая промышленность, и это сельское хозяйство. И все смежные предприятия, которые с этим связаны. Мы попадем под огромные санкции. Мы не сможем ни продавать, ни производить. А это значит остановка производства, это значит безработица. Это значит бедность. Сценарий номер три. Присоединение к России. Я глубоко убежден, что это не надо ни России, ни Донбассу. И от этого не выиграет ни Россия, ни Донбасс. Мы попадем под огромные санкции, и точно так же мы не сможем ни продавать, ни производить свою продукцию. Это значит экономический спад, безработица и бедность. И сценарий номер четыре, на мой взгляд, это единственно правильный путь. Это изменение в Конституции, децентрализация власти. Это тогда, когда власть из Киева переходит в регионы. Это тогда, когда власть не назначают, а выбирают. И это тогда, когда... Местная власть берет ответственность за настоящее и будущее перед людьми. Я глубоко убежден, что счастливым Донбасс может быть только в единой Украине.